Еще зима. Но товары к лету уже приобретаем сейчас. Вот эти сладкие шортики на лето. Сейчас откроем, посмотрим, что там прислали. Так, подарочков нету. Подарочков нету. Вот такой цвет. Серенький. Ну такой фасон типа милитари, что ли. Я уже одни заказывал года два назад. Были коричневые, но надоели уже, да они и выцвели. Ну, попробуем сейчас серый цвет поносить, что выйдет. Так, ну ремня нету. Это что у нас тут? Что это за ерунда? Денег кинули в карманы. Нет, денег нет. Размер 36. Китайский. Я уже брал этот размер, так что я уже ничего не мерил, просто выбрал 36. Вот такие кармашки. Предыдущие шорты, сколько, года два я их относил, ну, я имею в виду два лета, ничего они не разошлись, не разорвались, качество вполне нормальное. Так, смотрим тут что. А, да, на тех шортах у меня пуговица год отходила и оторвалась. Но это не критично. Все равно под футболкой ремень сверху не видно ничего. Ну, можно и пришить, просто неохота. Ну, тут так, конечно. Все эти нитки меня уже сейчас не смущают, потому что в предыдущих шортах то же самое было, но ничего не расползлось и не разъехалось. Хорошо, быстро стираются на руках. Так, ну тут карманчики вот эти маленькие. Что тут ложить? Пачка презерватива влезет. Ткань такая в меру плотная, типа парусина что-то. Если, конечно, очень сильно жарко на улице, то будет очень некомфортно, но носил в плюс 30, ну, вполне нормально. Так, тут обманочка у нас, просто для красоты. Так, здесь что?
Ну, нормально пойдет. Здесь тоже обманка. Ну, кармана вполне достаточно. Вот эти два полноценных по бокам. Два сзади. Тут так какие-нибудь мелочевку в виде бумажных денег положить. Телефон положишь, сядешь, и телефону конец. Так, эти вязочки. Да, можно вот утянуть. Я не утягиваю тут. Ты будешь как в панталонах. Ты тоже. Так, а здесь тоже тянется. Ну, все как в тех. Карманы протираются, но я в них так ничего не ношу особо-то. Больше для красоты. Замочек. Сейчас обратно выверну. В общем, шорты бюджетные. Цена 800 рублей. И очень носки. Не знаю, я первый, когда купил, думал, развалятся. Ну, как ни странно, говорю, 2 года отходил. Ничего нигде не разорвалось, не разошлось. Ну, вот пуговица, что отлетела, и все. Но это, может, переел, да, животом сломал, я не знаю. Ну, а так хорошие такие модные шорты. И также годик-два поношу, да потом. Может, какие-нибудь цвета другие уже выйдут. Джинс подсвечивает ниже. Ну, такие шортики, наверное, у нас. Ну, не знаю. Ну, 2 рубля, наверное, будут стоить. Тут 800. Не утверждаю, конечно, не видел, но так примерно прикидываю. Короче, ждем лета. Может, что-нибудь еще себе закажу. Хороший шорт. Модные.